Я хочу рассказать, как приготовить быстрый бисквитный пирог. Начинка здесь может служить любое варенье, которое у вас есть. Выпечка получается нежной и сладкой. Главное, готовить пирог очень легко. По желанию для украшения бисквит можно посыпать сахарной пудрой, но он и так получается довольно сладким, поэтому я обхожусь без сахарной пудры. Как видите, это совсем простая выпечка. Пробуйте и наслаждайтесь. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Первым делом нужно взбить яйца с сахаром, удобнее всего это делать при помощи миксера или блендера. Нужно дождаться, пока сахар растворится и сойдет пена после взбивания. Я буду смешивать тесто блендером, поэтому в чашу выливаю смесь яиц с сахаром, добавляю кефир и мелко нарезанное мягкое масло. В кефир нужно добавить соду, погашенную уксусом. Затем в тесто нужно постепенно ввести муку и все хорошо перемешать до однородной массы. Должно получиться тесто консистенции очень густой сметаны. Следующий шаг – выпечка бисквита. Форму смажьте растительным маслом и выложите в нее тесто. Можно застелить форму бумагой для выпечки и смазать ее. Духовку разогрейте до 170 градусов и выпекайте бисквит около получаса. Когда бисквит немного остынет, разрежьте его длинным острым ножом поперек и смажьте вареньем, затем снова совместите части пирога. Когда он полностью остынет, а варенье впитается, выпечку можно подавать. Вкуснее тем, кто подпишется. Подписавшимся больше вкусностей. Нам понадобится: мука пшеничная 2 стакана, кефир 1 стакан, сахар 1 стакан, яйцо куриное 2 штуки, масло сливочное 50 грамм, сода 0,5 чайных ложки, уксус 0,5 чайных ложки, варенье любое 1 стакан, здесь черничное, количество порций 10-12. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Друзья, жду вас снова.